Дизайнер и блогер Артемий Лебедев утверждает, что россияне, покинувшие родную страну, по умолчанию оказываются несчастными. Это высказывание было сделано им в одном из выпусков с обзором новостей, который доступен на Рутьюб. При этом тех, кто осуждает уехавших, Лебедев также не понимает. Те люди, которые уехали, они и так по умолчанию более несчастны, потому что они потеряли связь со всем, что у них здесь было. У них здесь 100% остались родственники, собаки, дачи, воспоминания, друзья, поделился он размышлениями. По мнению блогера, за границей россияне сталкиваются с различными трудностями. Они не владеют иностранными языками на должном уровне и могут столкнуться с дискриминацией со стороны местных жителей, которые относятся к ним как к людям второго сорта. Те люди, которые уехали, не заслуживают никакого презрения. Их можно просто сейчас пожалеть, что у них сейчас вот такая тяжелая ситуация, подчеркнул он. Ранее Лебедев отмечал, что эмигрировавшие россияне не поддерживают друг друга. Он описал их отношения как волчьи. Кроме того, он выразил свое положительное отношение к своему решению вернуться в Россию.